Право на мечту. Школьница из Чебоксар Жанна Аришева всегда мечтала встретиться с известной певицей Алсу. Как исполнилось заветное желание девочки, расскажет Татьяна Трофимова. У Жанны тяжелый и редкий диагноз и удивительный характер. Жанна доказала, что все возможно. Главное – верить, надеяться и неустанно трудиться. Девочка занимается гимнастикой несколько лет и не раз становилась лауреатом различных конкурсов. Ей очень понравилась песня «Право на мечту» в исполнении Алсу, и она подготовила композицию под нее. Эта песня – саундтрек к фильму «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее». И вот долгожданная встреча. А ты где научилась, Анна? А я жила в Америке, потом в Лондоне долго жила. Вообще, Алсу очень искренний, добрый человек. Вот нет звездности, абсолютно с ней общаешься, как будто вот знакомы тысячу лет. И она, помимо того, что Жанна ее прям заобнимала. Вот просто заобнимала. И она ее ни разу там не толкала. Она ее гладила, сама ее обнимала. Она чувствовала, вот, насколько Жанне это нужно. И потом она также общалась и со мной. Она мне сказала: «Вот такая молодец». Светлана поддерживает свою дочь во всех начинаниях. Исполнить мечту Жанны ей помог благотворительный фонд «Подарок ангелу». Она добрая, ласковая. Мы с ней разговаривали, я станцевала. Потом она показала мне свою студию звукозаписи. Я посмотрела клип на ее английскую песню. На кадрах с певицей, да и на всех выступлениях Жанна всегда улыбается. Никто, кроме мамы и девочки, не знает, что стоит за этой улыбкой. Колоссальное терпение, железная воля. Если здоровые дети годами оттачивают навыки и мастерство, учатся тянуть носочки, держать спину, то можно представить, какой это труд и боль для Жанны. Но она идет и танцует. Я не волнуюсь перед выступлениями, я спокойно вхожу на сцену и танцую. Жанна не плачет. Жанна все время смеется. У нее прям очень хорошее чувство юмора, и это всегда спасает, особенно во время тренировок. Больше я плачу, мне кажется, потому что... На танце «Право на мечту». Да. Ну, каждый раз, когда она танцует, я плачу, потому что я пропеваю эту песню и смотрю и понимаю, и знаю, что за этим стоит, какие ее стоят боли, какие ее стоят страхи, какие мои стоят боли и страхи. Адаптивной хореографией Жанна начала заниматься в Чебоксарской музыкальной школе номер 3. Я увидела как-то, что Жанна очень красиво играет мечом. И родилась у меня идея поставить ей танец мечом. Начала я искать песню, соответственно, потому что это основа любого танца. Прослушала просто неизвестно сколько песен. И все поют про любовь. Насколько редко люди пишут про какие-то стремления, про мечты действительно. И вот наткнулась на эту песню «Право на мечту». И эта песня – саундтрек к фильму «Чемпионы. Быстрее, выше, сильнее». То есть это про спортсменов. Но если послушать песню, прям вот четко понимаешь, что она также про людей с инвалидностью. Каждое слово в точку. Невозможно эту песню слушать и это просто не проникнуться этой песней. Право на мечту есть у каждого. Возможно, стойкость и устремленность Жанны Аришевой станут для кого-то примером. Ведь это так важно – найти в себе силы, преодолевать трудности и идти к цели. Алсу мне написала вот такие строчки. «Пусть исполняются твои мечты». Татьяна Трофимова, Игорь Зверев, «Республика».